Всем привет! Всем привет, друзья! Поехали покатаемся! Вперед за орденами! Мы сидели дома, да, Эвелиш, вперед. Сидели дома, Эвелина говорит, пойдемте гулять да гулять. В общем, кое-как нас одела, да? Да, мотиватор. Что дома сидели? Поехали куда-нибудь. Вот мы и поехали. Вот мы и поехали. Да. Поехали с орехами, как говорится. Да. Прогуляемся. Немножко. Перед сном. Да. Капельку, да? Ага. Что-то у нас опять похолодало, мы опять оделись, как суслики. И заболели. Ну, заболели-то мы уже, как это? Раньше. Раньше, да. Часто уже остатки. Как всегда. Сопли, сопли родимые, да? Куда без них вообще? Невозможно. Сопли жуйте. Как без них и жить-то? Без сопли жуйков-то. Да-да-да. Прям скучно, наверное, было бы. Лучше. Проспект Кирова. Сегодня небо какое красивое, слушай, облака аж прям такие просто шикарные. Смотри, дорогу начинаю потихоньку делать. Да ты чё, технику что ли выставили? Ну, вон смотри. Не видишь что ли? Ну, я вот это-то вижу. Вон смотри, соскрябали. Соскрябали, точно. Так, ну, это... может быть, часть-то хоть сделают Ленина, да? Надеюсь, он тут тоже соскрябали. Да, и тут соскрябали. И бордюры старые убрали. А, да, кстати, самое главное убрать бордюры. Да. Остальное все пофиг. А тут можем мы встать-то, да? Конечно. Нормально ведь? Конечно. А мы вас привезли, знаете, куда? К БТР. Сейчас ходим, выйдем и погуляем. Как-то мы обещали вам, что приедем сюда, когда снега не будет. Да. Вот и приехали. Посмотрим. Выходим. Ну вот, это танк, оказывается, да, а не БТР. Танк. Сейчас обойдем мы его кругалями. Поближе посмотрим. Поближе поглядим, да. Что он из себя представляет, да, Эвелин? Что тут написано? Что есть? Вот стоит. В снегу-то было его, конечно, не видно, да? На гусеницах, с дулом. А залезть на него можно? Наверное, можно, да. Сейчас обойдем сначала вокруг него. Давайте я. Ой, я аж чуть сама не упала. Стоит вот на таком пьедестале, на камнях. Так, ну вот и написано, да? Сейчас вам покажу. Так, вот постою так. Вечная память героям. И указаны фамилии и звания. Так, и вот здесь прапорщик Савиных Алексей Сергеевич. Ну вот такой вот. А что там лежит под ним? Что? Ну я там сняла все. А, это окно какое-то валяется. Я думаю, что? Да, сняла. Вот такой вот памятник у нас есть в городе Кирово-Чепецк. Ну что, пойдемте дальше. На, можешь ты еще рассказать. Я уже говорила. А, ты думаешь? Можешь что-нибудь еще добавить.
Спасибо вам. Давайте пройдемся еще вокруг. Что тут видно с высоты, так сказать, птичьего полета? Когда-то давно, ну как давно, лет, наверное, 25 назад, здесь были огромные горки ледяные, и с них катались. Здесь столько народу травмы себе наносило, даже руки ломали, ноги ломали, но тем не менее всем очень нравилось. Весело здесь было, вот именно на этой горке. Мы поехали дальше. Немножко здесь прогулялись. Немножечко. Небо сегодня шикарное. Мне кажется, сегодня закат такой будет яркий какой-то, ну, да? Завтра потеплее еще. Вполне возможно. Ну так-то к вечеру-то вроде даже потеплело, да? Ну, без ветра-то. И без дождя-то даже вроде немножко так тепленько стало. Поприятнее на улице ходить. Почта. А это, как там песня-то? А это почта. Наша почта. Что-то там на ней вы можете сдохнуть точно. Весняков же поет из уральских пельменей, да. Да, наша почта — это нечто. Магазин «Магнит». Здесь косметик. Когда-то был магазин «Квадрат». «Квадрат» в этой технике. Сейчас уже этого магазина вообще в Кирове нет. В Кировской области нет. Все, прикрыли лавочку. Да, много конкурентов. Много конкуренция большая. Че балуешься? Велосипедисты у нас оживились, да, на улицах города Кирово-Чепецка. Но, знаешь, мы с тобой как-то катались по городу, и велосипедисты, шел снег, ага. На улице было так, знаешь, снежно, и велосипедисты были. Я не знаю, как им там уж комфортно, некомфортно на велосипедах, но то, что они были, это было факт, да? Таких толстых больших колесах я видел зимой. Да, 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 ездят на таких больших, ага. Смотри-ка, здесь-то трава уже тоже зеленая. Ага. Тоже зеленая травка, да, вполне. Мне кажется, ночью будет дождь, наверное, скорее всего, нет? Обещали? Нет, не обещали. Ну, это набережная у нас, посмотрите. Народ есть. Гуляют. А так красиво, да? Слушай, на закате церковь такая. Слушай, а река-то как разлилась. Хорошо, что мы наверху, да? Что-то так прекрасно видно. Хорошо. И машин столько много. Блять, пошли.
Красота. Итак, храм, откуда ни возьмись, так потихонечку появляется среди веточек. И очень даже красиво, слушай. Прям такой вид шикарный. Кому понравилось такое видео, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал, а мы еще пойдем погуляем. Всем пока. Всем добра и всем пока.